снимали, сейчас ко мне приехала Василиса. Девушка со своим мужем увидела по шторам в таком ресторане и приехала, подарила мне цветочки. И, короче, не знаю, только добрых слов. Короче, это очень приятно, что люди видят, что есть люди, которые видят, как все на самом деле. Я просто не знаю. Когда взрослый человек тебе такие вещи говорит, это реально дорогого стоит. Просто хотела сказать еще раз спасибо тем, кто видит, как все на самом деле. Все.